Губернатор Сергей Морозов провел встречу с руководителями муниципальных образований, покинувшими свои посты, но продолжающими работать на общественных началах. Губернатор поблагодарил их за совместную работу и попросил выступить в роли наставников для молодых коллег. На треть обновился корпус глав муниципальных районов, более чем наполовину – корпус глав поселений. Обновился состав глав администраций поселкового и районного уровня, муниципальных советов депутатов. Они оставили после себя неплохое наследие. Добиться удалось многого. Особо отличившиеся получили награды. Я считаю, что вы очень достойно несли эту тяжелую ношу, хорошо справились со своей работой. Ну и думаю, что мы сумеем с вами сегодня проговорить еще и о дальнейшей нашей совместной работе. Важно, чтобы начинающие руководители стали лидерами своих территорий, поэтому опытные готовы помогать начинающим. Я думаю, сегодня, вот как уже сказал Сергей Иванович, много новых у нас в исполнительной власти, в депутатском корпусе. Вот. Я думаю, вот такой команде, Сергей Иванович, я думаю, сильно, прям вот каждый второго я примерно в лицо знаю здесь. Вот. Поэтому надо, конечно, им помочь. Да, одно дело просто на волне прийти и избрали, а другое дело, дальше идет черновая работа. Общественные организации, в частности, серебряные администрации, которые создаются в муниципальных образованиях, я думаю, что они должны очень активно работать. И наш опыт, наши силы, возможности там, конечно же, пригодится. В эту должность приходят абсолютно люди, зачастую не сталкивающиеся с общественной жизнью, с жизнью района, с жизнью, с проблемами жителей, с которыми мы пересекаемся постоянно и каждый день. В принципе, есть вещи, которыми сейчас обращаются те люди, которые работают в Совете депутатов. И я с радостью откликаюсь на их помощь, рассказываю что-то, что могу подсказать, всегда делюсь. Сергей Иванович внимательно относится к каждому человеку, и тем более к тем, кто был в его команде и остается. Все мы, безусловно, остаемся в команде. Все мы наставники, все мы помогаем и будем продолжать работать на благо, на развитие нашего региона, нашей Ульяновской области. Полученный за долгие годы опыт будет востребован. В муниципальных образованиях Ульяновской области создадут отделение советов региональных и местных властей, где наставники из числа прежних депутатов и глав смогут помочь сориентироваться в организационных вопросах и прочих проблемах, решать которые нельзя научиться теоретически. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.